мере вода еще, наверное, не дошла, но в любом случае когда-нибудь дойдет. И передает то, что, ну, через час, может быть, через два отключат свет, ну и посмотрите просто, вот здесь-то потоп, а вот просто вот здесь еще и помойка, и капец, понимаете? Вот, все, затопило нас полностью. Первый этаж полностью затоплен. И площадка игровая, и дома. Подбирается к вашему дому. 15-му. Все затопило, детский садик тоже. Должна быть автостанция, но там вообще ничего нету, вообще нигде ничего не видать, как будто пустота. Все посмыло, однако. Дома поплыли. Это мансина. Это мансина. Ну как тоже, как они получили? Поплыл дом, электричество искрится. Молодцы. Питомник собак К9 не остались в стороне. Спасают животных. Присоединились, приехали с Иркутска. Присоединились к трагедии. Ромка вообще вот. Все дома вот, все плавают. Трэш происходит в городе Тулуне. Моторки плавают. Просто коллапс. Ужас.